Кстати, на форуме с африканцами Путин заявил, что будет строить им новые заводы. Сколько Советский Союз построил предприятий, электростанций, сталелитейных заводов в Африке. Мы должны вернуться к этой практике, как призвал сейчас коллега. Мы будем это делать и на двухсторонней основе, и на международных площадках. А вот в таком состоянии российские заводы. Воздуха наберите. Это Старооскольский металлургический завод. Вот он такой, так вот выглядит. Это здание, куда я ходил в туалет. У нас все стабильно. Все в... Зато шеф их на последней модели Volvo ездит. А то, что дороги здесь нет, всем. А это цех металлургического завода Старооскол. Заходим. Как было год назад, все в... Вот так и работают люди. Это токарка. Токарный цех. Инструменталка. Все стабильно у нас. Где работаем, там и сырьем. Это цех, куда сырье сливаем. Вот она, Россия. Вот так и работаем. Это цех, куда сырье сливается. Сейчас посмотрим, что там в цеху. Ну, здесь то же самое. Вот так вот люди работают здесь. Вот в таком работают. Металлургический завод. Старый Оскол. Как платите, так и работаем. Все брошено, вот так валяется, всем все. Свалка. И эта свалка везде по всему такому заводу. А еще хотят что там завоевать. Завоеватели.